Добро пожаловать на заключительную церемонию. Спорим, Люка выберет. Но не переедет же она в дом на колесах. Она из всех перецеловала, причем в засос. Ходячая венерическая зараза. Чейз. Обалдеть. Вы превысили дневной лимит расходов. Мои платежи по ипотеке выросли в 3 раза. Я, между прочим, уведомлял вас о повышении ставки. Вы помните это? Все на пол, живо! 3 человека вышли из банка, прихватив 1,5 миллиона долларов. Они все как танец отрепетировали. И протанцевали прямо в тюрьму. Так ведь их не поймали. Работодатель заморозил наши пенсионные выплаты. Они ограбили нам банк. Я бы себе Феррари прикупил. Мне пришло предписание от Кникс. Неплохая неделька, да? Они написали, что ликвидируют пенсионный фонд. Эти банки практически разрушили страну. И ничего им за это не было. Я хочу ограбить этот банк. Давайте вернем себе наши деньги. Да. Возьмем лишь то, что нам причитается. Не больше. А если прихватим лишнего? Пожертвуем. Пробный заход. Скоро вернемся. Я не хочу сидеть в машине, тут жарко. Привет, Эл. Мне бы пару куриных голеней. С русские получше голени будут. Еще никто не уходил отсюда с окорочком в штанах. Прыгай в корзину. Я тебе что, мастер спорта? Я больше не понимаю этот мир. Смотри, что ты сделал с Синди. Она стала похожа на колумбийского наркокурьера. Нам нужна профессиональная помощь. А, думаешь? 50 выбиваете? Под 80 даже. С этого момента общаемся только смс-ками. А как без кнопок-то писать? Это сенсор. Жму, жму и ничего. Напоминает мне времена, когда мы ездили в Рино и ели как короли. Мы и есть короли. До сих пор. Эдди и джентльмены! Стой! Стоять! Зачем вы меня преследуете? Сейчас током вдарю! Это не признание вины. Я просто устал.